Ну, потяжелее явно живется. Вообще нет никакой разницы, сборная ты или ты не в сборной, потому что как бы у нас как бы непонятно, куда сборная готовит нас. Да, к сожалению, сейчас российские спортсмены не могут выступать за границей, и это большой минус, конечно. Я считаю, что нужно выступать на всех классах возможных, которые есть сейчас в России. Вот, ну и также мы ставим эти же задачи, и примериться, и поделиться опытом с молодежью, это тоже не исключение. Поэтому вот и есть мотивация на каждой тренировке, скажем, себя мотивировать, что мы находимся там, мы находимся с ними в жесткой конкуренции. Нет, мы ничего не употребляем, но у нас достаточно хорошие условия на самом деле. Я желаю всем, как говорится, хороших боевых условий. Думаю, что если альпинистам запретят ходить на Эверест, то люди все равно продолжат ходить в горы. Это первое соревнование в этом году, которое не выбрасывается, поэтому хочу напомнить, что права на ошибку здесь нет. От вас требуется только одно – соблюдать правила парусных гонок, уважать своих соперников и решения судей. Ну что ж, друзья, нас не пустили на Олимпиаду, нас не пускают за рубеж. Но это не значит, что олимпийский спорт умер. Вот за моей спиной Кубок России в олимпийских классах, Кубок Содружества. Финал, друзья, будет очень интересно. 6 дней драйва, адреналина и суперэмоций. Ну, конечно, мы не ожидали, что все-таки он придет. Потому что 2 дня, когда мы просидели на берегу, и там не было никаких помыслов того, что задует. Вот, конечно, дождались, и благодаря тому, что мониторили, постоянно ездили на катере туда. И нам хватило вот на нашу дистанцию шверботов на 1 гонку ветра. Там максимальный ветер даже поднимался до 6 узлов. Вот, в среднем 3-4 узла постоянно дуло. И на дистанции скоростных классах прошло 2 гонки. Считаем, что все-таки мы удачно провели этот день на воде, и уже начало положено. Ветра было критически мало, но тем не менее в моменте пошла погодка, которая позволила нам 2 гоночки провести. Пришли 2 раза вторыми, но ребята, которые ходили первыми, это экипаж Черных, были сегодня неуловимы просто. Они шли быстрее любым курсом, ничего не получалось с ними сделать, но рады, что наших основных соперников сегодня нам удалось обогнать в 2 гонках. Кубок нас не очень радует ветром. Уже получается 3-й день, достаточно слабый ветер. Только сегодня удалось выйти на воду, наконец-то погоняться, провели 2 гонки. Уф, по слабенькому ветерочку, конечно, тяжело, но держим планку. Огромное спасибо судьям, что они все же нас выгнали, немножечко проветрились, как мы говорим. Вот, и посмотрим, что будет завтра.